О, ребята, Котя пришел. Коте нужен особый подход. Котя, котик такой осторожный, чужой кот. Я его кормлю, потому что он красавец. И он достойно себя ведет. Котя, на кашке. На кашке, котенька. Иди, не бойся, иди, ты уже свой. Вот как такого не покормить, ребятки? Он хоть уже чужой. Ой, котенька. На. На, любимчик, Котя. На, Котя. Ты мне уже в руки давался. Котенька, на. Иди сюда. Пауз, заткнись. Пауз, не ори, я снимаю ролик. Чего ты там гавкаешь? По-собачьему. Он Котя пришел. Котенька. Котя, на, Котя. Котя, Котя, Котя. Метит, метит, метит. Котенька. Какой испуганный. Он нормально, в руки давался. Я ролик снимаю, ты-то подгавкаешь сзади что-то. Молчи вообще, ничего не базарь, понял? Это хозяин, у которого я живу. Ну, я его знаю уже 35 лет, наверное. Поэтому могу позволить себе так с ним разговаривать. Котенька, что ты боишься, чё, дурак? Ля, испугался. Так, Павлович, я тебя не снимаю, я вниз камеру опустил. Шо? Только ничего не базарь. Зачем ты выпустил? Они же гуляли. Они гуляли, они разбегаются. Ну, они не разбегаются, они отползают в сторону, отползают. Вон еще. Давай, давай, все, ничего не базарь. Все, давай, иди занимайся своими делами. Я пошел готовиться, мне надо еще велик, Павлович. Мне надо велик из ремонта забрать один, а потом для ремонта отвезти, понял? Это пешком идти далеко. Ладно, все. Оп! Все, друзья. Все, Ниночка. Твои котята все на месте. А я буду собираться. Видите? Из леса песок приношу. Из леса песок. Лес рядом. Это накрываю, чтобы они на ведро, чтобы ведро не обделали, не обгадили. Ну поняли, чтобы ведро не гадили. Накрываю. Так, все, буду собираться. Всем спасибо за внимание.